Дартсмены и дартсвумен из Могилева впервые провели трехдневный турнир по таким редким и пока не совсем известным в Беларуси виде спорта. Потрамать могилевских аматоров дротиков проехали коллеги со Смоленску и навод Волгограду. Профессийному дарцу у Могилеве крыху больше за 4 года. По сутности, Могилевская лига сама створена с недавних аматоров, таких как Андрей Понтус. За несколько год он здолел стать первым номером у Беларуси, и теперь с ним гуляют и спортсмены, которые только начинают. Игра сейчас сегодня в 501, это значит, надо списать 501 очко, ну, за максимальное количество дротиков. В центр почти никто никогда не кидает, потому что даже если в красное яблочко попадаешь, то только 50 очков. А в утроение 20 – это 60 очков. Поэтому 95% всех игроков бросают в утроение 20. Как в любом виде спорта, если ты обыграл соперника, ты считай, выиграл матч психологически. И все ж умеют бросать, все умеют все делать. У нас это все в голове, психики наши. Потому что все умеют попадать. Ну, рука дрогнет, там еще что-нибудь. Ну вот, поэтому такие результаты. Будем стремиться к мировым чемпионам, таким как Тейлор, Андерсон, Ван Гервен. Долучиться до могилевских дартсменов может и аматор. Черговые спаборництвы запланованы у липени. Снежана Кижевич, Седа Каспарова, Александр Артемьев, Новини регион.